Вторая часть возвращения Кирилла домой. Теперь задача Кирилла вернуться домой, но неизвестно, выполнит ли он ее. Или же останется на улице, или дойдет до дома. Да ну-ка. Сейчас мне нечего сказать, поэтому послушаем либо тишину, либо реплики Кирилла. Я как на допросе не зашел. Ну пошли, чё? Мы почти пришли, но вы, наверное, вряд ли увидите, потому что это не так уж и далеко, но приблизительно. Вон там. Не близко. Вон, да, вон там. Вон там, залез. Вон, залез. Это еще не конец. Ожидайте следующую часть. Миссия провалена.